Мое почтение, уважаемые сеньоры, стихотворения, которые вы сейчас услышите, являются укороченной поэтической интерпретацией прозаического романа господина Гёте «Страдания юного Вертера». Крылов Иван Андреевич. Нет мира для меня, хотя и брани нет. В надежде, в страхе я, в груди то холод, то пламень. То вьюсь я в небесах, то вниз лечу, как камень. То в сердце пустота, то весь в нем замкнут свет. Та, кем познал мой дух мучения суровые, не быть рабом, не быть свободным не велит, не послабляет мне, не тяготит оковы, ни смертью не грозит, ни жизни не сулит. Гляжу, не видя я, и молча призываю, ищу погибели, и помощи желаю. Зову, гоню, кляну, объемлю тень, дорогой. Сквозь слезы я смеюсь, в печалях трачу силы, и жизнь, и смерть равна душе моей постылы. Вот, Нина, до чего я доведен тобой. Всем спасибо.